некоторые из посетивших святые места не сразу, так сказать, восприняли все это богатство этой благодати, которая, может быть, какие-то недоумения, но потом постепенно это все приходит, друзья мои. Владыка, спасибо вам за слова в адрес мой, что я вот тут, понимаешь, создавал что-то. Я опять апостола Павла вспоминаю, апостол Павел говорит, я сеял, Аполлос поливал, а Господь все возрастил. Так что мы тоже все вместе, может быть, что-то и сеял, да, вот, а Владыка Гурий поливает сейчас, а Господь возрастает, да. Ну вот, и все вместе, и, конечно, и все братья и сестры тоже трудились и трудятся. И вот разрешите мне сейчас, Владыка Гурий, благословите мне сейчас. Вот, поздравить и наградить самых таких участников в нашем созидании нашей этой общинки. Но это прежде всего Клавдия, да, читай, громко, дай на ухо, иди сюда, да. Вот, медалью тебя награждаем, да, медалью Порт-Артурской иконы Божьей Матери.